Доброго времени суток, меня зовут Виталий, и вы на канале Картавый Плей. Еще раз 25-25 миссия. Недержимый капитан Огонек за зомби. Очередная колода. Посмотрели. Поехали. Попробуем. Ну, может быть, это не подходящая колода для этого босса, но посмотрим. Во-первых, я этого босса не видел. Не знаю. Посмотрим, что тут как будет. Жиличков убираем. Всех убираем. Ну, как-то не очень. Здесь, наверное, хотели сказать не блинские, а что-то другое, матерное. Два шампиньона, 10 единиц здоровья. Ну, понятно. Самая жопа в этой миссии в том, что если убивают зомби у вас, то прибавляется жизнь у растений. Да. Жесть, 5 урона мне обеспечено. Я уничтожить не могу. Кучка. И ходить нечем. Ну, хоть кого-то я уничтожу. Где что был раньше? Давай сюда, давай на 5-1. Давай рандом. Рандом, рандом, давай сюда. Сука. Гребаный рандом. Рандомная шваль. Одни здоровые на выпадали. У меня там единиц тонны. Ага. Нашел, куда подойти. Зомби получаем 2 плюс 2.
3 плюс 3, там еще живой останется. Пожалуй, меня это устроит. Чтобы он живой остался. Он же сейчас в рейнде, он сейчас еще 6 урона ему даст. Получает плюс 2 и способность безумия. Пусть получает плюс 2. Чем больше жизни, тем лучше. Да-да-да, только у меня жизни уже нету. Попробуем грохнуть, но мне кажется, не выйдет. Маны у меня нету, а он сейчас поставит двух. 3-3, да, видишь, не прокатило. Из-за того, что тупо маны нету. О-о-о. Парень. Ты куда-то не в ту сторону пошел. Мы видели, уничтожил, этому дали жизнь. Вариантов нет, слишком много тяжеляка пришло в начале. Надо, кстати, колоду чуть-чуть облегчить. Да смысл облегчать, это просто не заход. Облегчай, не облегчай. Просто не заход. Сейчас любой поставит, 4-5 все равно снесет. Просто думаю, как бы лучше поступить. Можно просто уничтожить кого-нибудь, вот этого, допустим, он сейчас раскачиваться будет. Но отдавать этого смысла нет, он все равно сдохнет. А это хотя бы убьет кого-то. Можно 1-3 поставить, просто прикрыв жопу. Просто, чтобы дырка была прикрыта, и все. Тогда мана останется на что-нибудь играть, чтобы можно было что-то. Же говно. Ну все, либо этот даст мне люлей, либо этот. Если бы он сюда хотя бы пододвинулся, ну даже толку не было. 8 урона. Плюс 2, плюс 3. Печалька. Давай сюда. Попробуем заново переиграть. Ну, вначале видели, очень тяжко было. О, он 4-4 или меньше. Ух ты. А как это так? У меня еще есть шанс. Раз. Два. 10. Шанс был, но сплыл. 4, 5, 6. Да, этот мне все равно 3 урона сейчас мне вырядит. Если этот пододвинется сюда, то я выиграл. На всякий случай сделаем так. Давай сюда, двигайся. Двигай свою жопу сюда. Двигай жопу, сука. Представляете? Убил моего энергетика. Если бы он сюда свою жопу подвинул, 1-1 и до свидания. Ну, не всегда. А нет, кстати, вариантов не было. Тут заряд считал. В принципе, да. Да, было интересно. Ладно, давайте еще раз попробуем. И что-то я тут в этой колоде что-то мне не понравилось. Не помню, что. По-моему, кого-то слишком много. По-моему, вот этот чувак мне не понравился. А, эти, кстати, не выпадали ни один, да? Вот сучки. Да, мне не понравился вот этот чувак.
За счет того, что он слабенький. И не переносит своих, да, всех. Угу. А кого я хотел? Я хотел кого-то спортивного. 2-2. За один, конечно, дешево. Но у нас какой смысл? Это если вот эти выпадают, бафают, бафают, бафают. В основном всякие бафы, да? То есть надо армрестлера ставить. Да, давайте армрестлеров увеличим. Не, курица неплоха, но тяжела. 1-3, стоит 3. Очень в лейт-гейме только поможет. Так, шестерка уходит. Троечка, да, у нас. Угу. Так, ну тут будут тяжело. Ладно, оставим. Дихлофос, может, зайдет. Ладно, оставим все. Может, что-нибудь из этого выйдет. Блин, если бы он вначале грибу не дал 5-1, я бы выиграл. Так, он грибу выдал 5-1, и все, я уже прососил. Два или меньше, 3-1 не катит. А, сейчас 3-1 уменьшится. Или нет? 4 или меньше. Ну, 3-1 вот пойдет погулять. Что он тут? А то он тут что-то из себя придумывает. На вершину горы поставим его. Может быть, что-нибудь из него выйдет. Ну, конечно, вышло. Но зато мы заставили его просрать эту активочку. Блин, на следующий ход хорошо зайдет. Грохнет всех. Все грибы пойдут, погуляют. Отлично, отлично. Даже не выставился. Ну ладно. Давай 3-5 начинать ставить в начале, что ли. Размен 3-3. Только у меня будет блок. А чувак с безумием будет отжигать. Он не спортивный. Гурман, усы. Только не спортивный. Зараза. Но это не мешает мне сделать из него. А этот 1-3 не спортивный. Профессионал, нет. Весь. Бесенок, да. Ну тут просто можно вот так сделать и сделать вот так. Или так, или так, или так. Давай сюда. Чик. Бессмертие. А потом будет еще одно бессмертие. Нас уже будет два бессмертия ждать. Че, 3 урона? Че? Да, 3-3 пока что идем. Вот. Бессмертие, дубль 2. Еще один нужен такой. На следующий ход. Срочно. Так, получает 2-2. Нам нужно 3-3 убить по-быстренькому, поэтому мы сюда кладем. Хотя я хотел бы, конечно, на 3-7, если честно. Но у него там уничтожалки есть всякие. Эх, жалко, еще не дали нам еще одного. Но у нас есть супер смех. Поэтому посмотрим, что он сейчас высорит. Вот эти 5 единиц урона, про что я говорил. Вот. Так, что, супер смех, наверное, дадим товарищу.
Блин, у него тут... А, ну бонусной атаки, кстати, не будет, да? Мы ж убьем его, да. А этот сейчас, сука, даст бонусную атаку. Да, сука. Гребаный жратель. Да. Ну ничего. Бывало и хуже. Будем смотреть, кого усиливать. Зависит от того, что он сейчас выстрелит. Зараза, это 3-7, мне сейчас все будет против. Но правда, он вначале хорошо дал просраться. Так, а можно за первый ход ему нанести 6 урона. Ну, тогда хочется оставить живых до этого. Мы попытаемся оставить его в живых все-таки. Потому что если сейчас все прокатит, как я думаю. А это вряд ли. Растение получает плюс 4 атаки. Ну пусть получает. Это не так страшно. О, саранча пришла. Поживиться, так сказать. Да. Наносит 3. А что ты сюда не захотел? Пугался. Это зря. Подожди, ну блин, тут 7. Быстрый блок. 6 урона. Пойдем ва-банк. Может быть, нам повезет. Суперблок не пройдет. Он любит проходить. У меня суперблока не было. Одной штучки ему не хватило. Отлично, отлично, это замечательно. Ну что, победили мы очередного босса. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До встречи в следующей серии.